Итак, будем свинячить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас у меня будет культурный шок, вкусовой шок. На что похоже красный? Его по хрусту можно определить, по структуре, да, и по вкусу. Он такой слоистый. Не знаю, ни на что не похож. Не, мне так кажется. Не, ну может с каким-то похож там. Он такой же сливочный, жирненький немножко. Получилось такое, знаете, как будто пирожное с орехами. Соленое. Соленое пирожное с орехами.
У красного кусочки такие острые попадаются даже в мокром виде. Не попадаются, а раскалываются. Поэтому нужно аккуратно тоже. Кстати, я язык себе прикусила. Так у меня долго пищалка сохнет, никогда так долго не сохла. Опять кусок окаменелой песчанки. Положим воду. У меня есть треугольник почти что. Mm-hmm.